А, вот и Адольф идет, его слышно за километр. Это друг Альфонса нашего. За километр, здравствуйте. Ой, все, какая встреча. Все, вон Альф так ждал, ждал своего товарища. Сразу Альф стал. Ожил? Да. Так, идем гулять. Все, пошли гулять. Ира нас ведет гулять. Ой, все любят Иру, все любят. А Ира в кармане мясо. Конечно, они все любят, потому что она кормит мясом всех. Идем, идем. Альф идем. Побежал. Федот, иди. Я тоже там убирал, тут корм брать. Идем, идем. Альф, веди. Альфонс, веди Адольфа. Спасибо. Вот поназывали. Альфонс, Адольф. А он Адольф. Адольф? Адольф. Скажи, Ира любимая женщина всех щенков. Они ее любят. Особенно левый карман. Да. Иди, иди, красавчик. В котором лежит мясо. Очень вкусно. А ревнует, он ревнует. Адольф, ко мне. Ко мне, сидеть. Это Адольф. Молодец. Молодец. А это Альф. Идем, пошли. Надо гулять теперь. Это Альф. Щеночки, 3,5 месяца. Вот такие вот они. Ай, запутался. Ай, запутался. Как будто бы он Иру не видел. Такие ревности. Все время видит ее. Каждый день. 24/7. Но тут появился Адольф. И вот такая. Вот такая вот ревность сразу же. Собачья ревность. Пусть на мясо в кармане. Нет, это ревность. Ира с ними. Сидеть. Хорошо, мальчики. Сидеть, мальчики. Хорошо, сидеть. Все в глаза смоют. Сидеть, мальчики. Сидеть. Ай, браво. Мальчики, сидеть. Ой, лизнул. Хорошо-то как сидеть. Хорошо сидят. Да. Ну, конечно, такую вкусность получать. Мальчики. Вот и команда сидеть выполняется. Лежать. Ай, браво. Молодцы. Гулять. Вперед. Вперед. Побежали. Вперед. Это у нас четвертая прогулка Альфа. Адольфик гуляет уже полторы недели. Сколько? Восьмой, девятый день. Девятый день гуляет. Альфик гуляет пятый, четвертый раз. Проходим социализацию. Все щенки сидели на карантине и вышли сразу после карантина. Иди ко мне, иди. Лежать. Лежать. Вот так вот. Спрятался. Это я его так учила ходить. Это ты прямо сидеть. Уже дрессировку выполняешь. Элемент дрессировки, да? Пошли, пошли, пошли. Ай, браво, сидит. Хорошо. Гуляй. Видишь, связь какая с хозяйкой. Просто сумасшедшая связь. Ничего не надо. Дай только Иру. На других людей он не реагирует. Альфонс любит только Адольфа и Иру. Играться. И меня тоже. Хвостик такой. Щенки. Ай, ты мой мальчик. Альф и Альфонс. Три дня сзади. Ой, нападает. Вот, друг пришел, сразу весело стало. Он в домике. Ух, как страшно, рычат они. И зубки показывает Альфик. И холку вздыбил. Ну, прямо как взрослый. Молодец. Лежать. Пухенький. Молодец, лежать.